Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с устройством крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, используемых украинской армией. Техническая информация о них в ссылке на видео в комментариях к ролику. На данный момент это самые подробные съемки устройства этих ракет. Ракеты Storm Shadow Scalp разработаны французской компанией Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA. На видео российскими специалистами показана кумулятивная часть ракет Storm Shadow Scalp, двигатель, аппаратура управления, электроника, сервоприводы и различные элементы конструкции ракет. Он необходим для первичного пробития препятствия, так как ракета позиционируется как убийца бункеров. Она проделает отверстие за счет кумулятивного эффекта, проделает отверстие, куда инерционная боевая часть уже проникает и будет взрыв внутри. На практике, понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, то есть датчики цели, какие применяются, и какую глубину возможно пробитие данной ракеты. Мы уже знаем, на какую глубину должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет. Продолжается изучение сбитых ракет. На данный момент демонтирована аппаратура управления, блоки, сервоприводы, рулей и различные элементы конструкции. Данный материал дает объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для более лучшей борьбы с данными целями. Скажите, насколько это помогает впоследствии обезвреживать подобные ракеты, когда они уже находятся на земле, не сработали? Конструктивно, да, производится изучение именно схем взрывания на данных объектах, устройства боевых частей, необходимые работы для обезвреживания, для того, чтобы данные боевые части, производить их транспортировку и уничтожать вне населенных пунктов, если они там обнаружены. Это блок электроники наведения. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.